Друзья, здравствуйте, доброго дня, доброго вечера, а возможно даже что часа 2 ночи сейчас, вот когда я выпускаю весь этот видеоролик. Вот, и сегодня у нас будет, у кого у нас, вот опять-таки у нас, кто у нас, у меня, вырезаем. У меня выйдет обзор, так сказать, ревью, рецензии и все прочие вещи на новое обновленное здание на Black Rush, потому что я как бы, ну, снимаю на Black Rush, у меня там есть свой промокод хэштег ZDC, у меня там есть свой никнейм Данила КП. Вы можете на этот самый никнейм, как вы понимаете, зарегистрироваться, зайти и вообще делать многие другие вещи, и чтобы все у вас было всегда хорошо. И возможно даже отлично. Я не знаю, как у вас там дела, как настроение, как все прочее. Разумеется, напишите в комментарии, если вы знаете, как у вас дела, или возможно, как у вас настроение, или вы, может быть, там пока не родила, или может быть там еще вот нечто похожее, подобное и так далее. Это не важно абсолютно, потому что сегодня новость у нас состоит в следующем. Black Rush Русия показали новое здание обновленного банка. Как вам? И, разумеется, давайте сейчас посмотрим весь этот банк. Как вам, как нам, как всем остальным людям. Давайте откроем. Это у нас, значит, в общем-то, как я уже и говорил, бренды из нашей повседневной жизни. Допустим, вот, замечательно, вы идете там в каких-нибудь кроссовках Nike, у вас футболка Adidas, вот эта вот фашистская фирма, вот это вот все прочее. И вы там, знаете, заходите в наш русский православный Сбербанк и там все это делаете. Только при этом это как бы все не с Black Rush и не со всех прочих вещей, потому что это просто, ну вот так вот оно есть, и вот так оно все и происходит. Вот весь этот Сбербанк, вы можете увидеть все это отделение, какая-то коробка. По-моему, вот я сколько видел всех этих отделений Сбербанка, сколько я видел всех вот этих вот прочих вещей, там не совсем коробки. Я, конечно, понимаю, что возможно там, я не знаю, создатели, разработчики и все прочие люди с Black Rush, они не особо любят весь этот Сбербанк, и поэтому решили вот его так, знаете ли, унизить, принизить и сделать все прочие вещи, потому что, ну, как бы оно вот так все нарисовано, оно вот так вот все стоит, и вот такие с ним все прочие дела, вещи и так далее происходят. Поэтому вот вы можете посмотреть, вы можете все это увидеть, вы можете все это, как бы, я не знаю, там проиллюстрировать, доказать, посмотреть, рассмотреть. Вот есть как бы небо, есть как бы вот все прочие вещи, вы на все это можете посмотреть. Вот, а вот оно есть, да, в общем-то, оно в таком виде, в таком образе, в таком облике оно существует. И сейчас, разумеется, вот окна. Окна, они все, разумеется, тут выглядят одинаково. Потом клумбы, в клумбы они не все выглядят одинаково, хотя они симметричны, такие, знаете ли, в клумбе посередине у нее такой, знаете, вот мелкие все вот эти вот росточки, цветы и так далее, а в клумбах по бокам там типа такие высокие, они одинаковых размеров. Также с обоих сторон есть урны. Я не знаю, возможно, что это срисовано с какой-нибудь там реального отделения Сбербанка в каком-нибудь, я там не знаю, Питере или какие еще есть города, ну, допустим, там Самара или там, что еще есть, Урюпинск какой-нибудь, да, то есть вроде того, возможно, откуда-то оттуда все это срисовано, потому что, по-моему, насколько я могу знать, у меня таких отделений нет. Там только, типа, чисто такая, знаете, крыша, нормальная такая вот треугольная, а тут она такая плоская, вся как какие-нибудь... Ладно, мы не будем говорить, как просто, ну, как деревья, да, то есть деревья, они же такие, типа, плоские, если на них вот смотреть впереди, но если их обойти, то, разумеется, они, типа, такие круглые, и, типа, ты, ну, такой нормальной формы уже получается. Это не важно, потому что несу я тут уже откровенный и полный бред, это не важно. Вы можете высказать свое мнение по поводу всех вот этих вот экстерьеров, интерьеров, маппингов, дизайнов, всего вот этого вот Сбербанка онлайн на все вот это вот Black Rush онлайн ролеплей по сети онлайн мультиплеер и так далее. Вы все это можете сделать именно там, вы все с этим вообще можете проделать все вещи, которые вам только будут нужны или даже возможно не будут нужны, потому что, ну, все, на этом мой видеоролик, он как бы закончен. Вы можете все выключаться, хотя вы можете дослушать и до конца, потому что в описании данного видео есть мой никнейм Данила КПРФ, там есть ссылка на скачивание Black Rush, и там также есть как бы мой промокод хэштег ZDC. Там есть много всяких разнообразных вещей, и если вам все это для чего-то нужно, для каких-то вот этих вот ваших вещей, похождений, прохождений и так далее, если вам все это нужно, то я вас от всего этого отвлекать не буду. А так, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока, всем до свидания и всем всего самого наилучшего, и, разумеется, пока и до свидания.